Рыбаки, всем здорово! И сегодня я еще скажу вам одну точку на Медном озере. А эта точка тоже, в принципе, как и на цветных карпов, как и можно на фарм. Некоторые люди туда же умудряются делать по 1000 серебра в час. Вот. По фарму у нас, ну то есть по садку, это вот так вот. Мне попался даже трофей караси-карпа. Вот. И попался вот такой вот хиуцури. Правда, маленький, на 2700, но все же. Попалось несколько вот таких орандиагонов. И даже мне один разматывал карп денкинбульский зеркальный, но мне он... не удалось мне его вытянуть, он у меня сошел. Вот. Точка, это ведро, точка возле базы. Это 67-59. Ловим, сейчас я вам скажу на что. Клипса, сразу скажу, восьмая. Да, ловим возле берега. В садке уже 63 рыбы за час 20, правда. И по наживке это у нас пелец плюс пелец. Это классическая волосяная оснастка. Большой один крючок. Такие у меня стоят плетеные шнуры на 22 и 6 килограмм поводки. Это, такие же самые у меня стоят литкоры. Сама леска у меня 22,5. Нейтральный 16, пелец плюс пелец, это палтус 14, пикатный палтус дип. ПВшка на палтуса у меня вот такая, это молотая кукуруза, случай 6, экстра палтус 4, экстра палтус 8, палтус 3, палтусовое масло. Также вместо экстра палтуса можно ставить обычный палтус, то есть палтус 3, палтус 4, палтус 7. Вот. Так, и еще одна сборка у меня стоит... Где же она у меня тут есть? На, вот, вот это, по-моему, на палтус 14 и королевский краб 14 у меня стоит. В принципе, и так работает. Вот, цветничок залетает, можно даже пофармиться. Вот. И еще, еще один цветничок залетает. О, хиуцури. Вот тут хиуцури, да, неплохо залетает. Уже два залетело, только, правда, этот маленький. А этот на 2700, а этот, правда, даже не чатовый. Но все равно приятно видеть таких цветников в чате. Вот. Поэтому вот такая у меня тут расстановочка со стульчиком, фонариками. Очень даже прикольно. Да. По карте, если что, это точка вот тут возле базы. Поэтому очень даже хорошо. Вот, смотрите. Пока 663, но думаю, можно сделать и больше. На Медном озере. Вот. Пойдемте проверим кафешку, что у нас тут. Трофейный карасикарп сразу мы сдаем за 200 монет. Очень повезло нам. И сдаем... Это единственный был, наверное, карасикарп, который у меня был больше, чем... Вот такой. Вот такая сумма. 4. Нету. Нету карасей. Ну и больше ничего нету. Карасикарп у меня был еще один, но он маленький. Но трофейный тут присутствует. Закрыть его можно. Вот. В чате, да, пролетали какие-то караси-карпы, тут золотые караси, ну, в основном тут это карась и караси-карп. Вот, карась серебряный и карась золотой пролетали в чате больше всего. Вот, поэтому по цветникам сразу сейчас пройдемся быстренько. Динкинбульские линейные у меня вот такие, зеркальные, такие, оранзиагона у меня вот только 6 штук. Хьюцури 2 штучки. Фрикса 2 штучки, чешуйки, конечно же, будет очень много, да. Карасикарп 1, карась золотой тоже чуть-чуть. И не очень много карасей серебряных. Вот. Еще ловится у меня на сборку палтус 14 плюс королевский краб. Вот еще фриксик. Вот, очень точка даже очень хорошая. Мне такая точка нравится. Клипса 8, в принципе, никуда бегать не нужно. В принципе... Даже кафешка сразу рядом, магазин сразу рядом, поэтому очень даже удобно. Поэтому приходите на эту точку, ловитесь, фармитесь. Желаю, конечно же, всем 1000 серебра в час, всем не хвастаньчуй, всем пока-пока.